Всем привет! Вот пришло время заменить фильтр в кабину. Ну, я его меняю периодически. А проверил вчера, а он уже такой грязный. Ну, вот сегодня купил. Сейчас я его... Вот тут под капотом он и стоит. Ну, некоторых шурупами закручены, а у меня такая пружина здесь. Итак, крышечку снимаем и достаем фильтр. Менять его проще. Ну, вот такой он грязненький. Если его ударить, с него сыпется пыль и мусор. Вот новый. Стоит он $10.36. Такой малюсенький, такой дорогусенький. О! Интересно. Made in Poland. Наверное, поэтому такой дорогой. Что он? Польский. Ну, видно разницу, да? Старый и новый. Это обратная сторона. Старый и новый. Так что тут стрелка стоит, куда должен идти воздух. Вот она. Ну, так. Вставляется. Крышка закрывается. Не закрывается. Что, не вставляется? По размеру абсолютно такой же. Ну, в общем, вот так. Все, разобрался. Вот так он должен вставляться. Сюда в пазы. Вот здесь вот есть специальные пазы. В пазы его вставляешь. И потом он просто вместе с крышкой туда заходит. Оп, все. Ровненько. И пружины защелкиваются. Вот и все, на месте воздушный фильтр. Вот это фильтр, который становится в спальнике. Я его, честно говоря, сам не мог найти. И даже залез в интернет, он еще не показывал. Он позвонил Максиму. Наш дровчанин. Он мне говорит, я менял, вот там стоит. Вот как к нему добраться, оказывается, надо открутить вот эти два шурупа, приподнять, и вот он стоит, вот видите, и
вынимаем его. И он, да, действительно сильно отличается от старого. А это новое. Вот. Фильтр. О, размер один в один, но, как видно, сильно отличается эта сторона и эта. Вот. Значит, задерживает много грязи. Вот. Пришло время его поменять. Все, поднимаем эту штучку и вставляем фильтр. Все. Закручиваем это обратно. Готово. Находится это в правом ящике. Так вот, Фридлайнер Коронадо меняются воздушные фильтры.